Здравствуйте, это «Итоги на репортере». Важнейшие события уходящей недели и эксклюзивы от команды репортера в ближайшие 40 минут. Меня зовут Григорий Блайда, и вначале о главных темах этого выпуска. Уголовное преследование одесских радикалов. Губернатор обещает заплатить 600 тысяч гривен за освобождение экс-лидера правого сектора. Я считаю, что сумма залога категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. В Белгороде-Днестровском государственные земли пустуют уже 20 лет, а местный горисполком даже не в курсе, где они расположены. Данный земельный участок фактически украден у государства. Неужели в областных маршрутках и автобусах теперь будет безопасно ездить? На этой неделе общественный транспорт подвергся тщательной дезинфекции. Они позволяют дезинфицировать автобус от ОРВИ, от гриппа, от различных других болезней. И готовьтесь к 7 гривнам. В следующем году проезд по одесских маршрутках станет дороже. В 2018 году это произойдет? Это я вам гарантирую. Начнем с того, что в Одессе, похоже, всерьез взялись за радикалов после событий в Горсаду, которые имели место в прошлую субботу и во время которых разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину. Правоохранители начали реальную борьбу с организаторами беспорядков. Первый тяжелый кулак правосудия ощутил на себя лидер уличного фронта Демьян Ганул. В среду Приморский райсуд отправил его в СИЗО на 2 месяца, причем без права внесения залога. Прокуратура обвиняет его в организации беспорядков в Горсаду. Одним из оснований для заключения лидера радикалов под стражу стало нарушение им условий освобождения на поруки по другому делу о беспорядках во время концерта Ирины Билык на Черемушках. Решение судьи вызвало бурю негодования со стороны активистов. Зважаючи на положення частини 4 статті 183 КПК України, вважаю за необхідне не визначати розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваних обов'язків, передбачених КПК, оскільки Ганул підозрюється в вчиненні злочину, пов'язаного із застосуванням насильства. Керуючись статті 132-205 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції місті Одесі Ясенецького про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Ганул Дем'яна Вадимовича задовольнити. Застосувати стосовно Ганул Дем'яна Вадимовича 93-го року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань пробації УП номер 21 строком на 60 днів. Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту звернення ухвали до виконання. На цьому судове засідання закінчено. Повний текст ухвали зараз буде вручено сторонам секретаря судового засідання. Ми не підемо за цю апеляцію. Не очікувано насправді. Можна хвилинку? Не очікувано дуже насправді для мене, тому що це показує, що наслада антинародна повністю. І я пішов за позовом серця для того, аби зберегти себе міський сад для одеситів. І зараз я просто не знаю, як це взагалі можна розумним словом описати. В голові одні мати, незрозумна лексика. Адвокат апеляцію одразу подавайте, це безпреділ. Ну ви розумієте, потрібно, щоб вся Україна звернула увагу. Та якби я пішов з вами звільнити міський сад, врятувати. Ви маєте мене підтримати. Уже в понедельник защита Демьяна Ганула намеревается оспорить его арест в апелляционном суде. Заседание назначено на половину 10 утра. И уже на следующий день после задержания лидера уличного фронта подозрение на пороге своего дома обнаружила семья экс-лидера одесского правого сектора, сейчас просто неравнодушного гражданина Сергея Стерненко. Он добровольно явился в полицию, дал показания и узнал, что его тоже ожидает суд для избрания меры пресечения. Фемида не заставила себя долго ждать, и в пятницу вечером его тоже отправили в СИЗО. И также на 2 месяца. Правда, с возможностью внесения залога в сумме 608 тысяч гривен. В субботу утром у себя на странице в Фейсбуке в ситуацию неожиданно вмешался губернатор Одесской области Максим Степанов, заявив, что готов внести залог для освобождения Сергея Стерненко. Вот что написал губернатор. Я считаю, что сумма залога категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. Я лично внесу за него залог. За справедливость нужно бороться. Это не значит, что я согласен со всеми действиями Стерненко. И я об этом говорил ему лично и публично. Здесь о другом. О справедливости. О летнем театре. Об Одессе, одесситах и человечности.
Но решение губернатора помочь Стерненко выйти на свободу поддержали далеко не все. Например, представители оппозиционного блока считают, что таким образом глава региона действует на раскол в обществе. Должность губернатора – это должность, которая должна объединить регион, объединить всех его жителей, независимо от политических взглядов, от каких-то экономических, другой ситуации внутри семьи. Подобные заявления, они наоборот вносят раздрай и вносят такую разъединительную серьезную ноту, которую не исправить ничем. Он не выступал ни в защиту, ни в поддержку тех людей, которые уже несколько лет томятся без обвинительных актов по делу 2 мая со стороны оппонентов радикалов. Поэтому для меня это абсолютно недопустимая ситуация. И уже сегодня в распоряжение журналистов поступила информация о том, что 30 ноября состоится очередное заседание по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году. В деле фигурирует Сергей Стерненко. Как считают журналисты издания «Таймер», уже в декабре суд может вынести приговор по этому делу, причем не обязательно в пользу активиста. И теперь поговорим о схемах, которые реализуются чиновниками для того, чтобы отжать у громады ценнейшие объекты. Одна из самых распространенных – это передать госсобственность бизнесменам, чтобы те ее восстановили. Схема эта, мягко скажем, несовершенная, и судьба дома Русова явно этому подтверждение. Часто новые владельцы перестраивают такие объекты, пытаясь выжать из них прибыль. Но если здание – памятник архитектуры, который перестраивать запрещено, то в этом случае ситуация еще хуже и еще запутаннее. Сейчас в историческом центре Одессы расположено несколько заброшенных объектов, которые могли бы стать гордостью города, но, увы, стали позором. Именно по таким памятникам архитектуры прогулялась Анастасия Левкович. Мы начнем нашу экскурсию с этого здания на Спиридоновской, больше известного одесситам как бывший кинотеатр «Одесса». Дом был построен 110 лет назад для военных. Здесь курсанты занимались фехтованием, гимнастикой, собирались в образовательные кружки. После революции здесь устроили первый армейский синематограф, который потом переформатировали в первый в стране пятизальный кинотеатр, который и назвали уже «Одессой». Но самый интересный период в судьбе здания возле соборки наступил после закрытия кинотеатра. Оно несколько раз переходило из рук в руки. Вопрос упирался в отсутствие прав на землю, без которых перестроить памятник архитектуры нельзя. 2 года назад депутаты горсовета отказались передавать новому собственнику 15 соток земли под ним. Проект гостиницы провалился. Неясен до сих пор и нынешний статус реконструкции. Чтобы прояснить ситуацию, попытаемся напрямую поговорить с владельцами, позвонив по этому номеру в отдел продаж. Однако номер уже не работает. А вот журналист Ярослав Берендаков год назад все же дозвонился владельцам. Ответил человек, представитель собственника, о том, что это здание продается за 4 миллиона долларов, что возможен торг. У собственника Святослава Нечитаева, у него основной его бизнес – это алкогольный бизнес. То есть ему это не его профильный актив, и ему, соответственно, как только недвижимость, стоимость упала, ему что? Натурально желание бизнеса избавиться от такого актива. Ему все равно абсолютно, что с этим зданием. Не продать, не реконструировать памятник архитектуры так и не удалось. Он по-прежнему стоит заброшенным, повторяя судьбу своего соседа, дома Русова. Радует только то, что за бывший кинотеатр бой никто не ведет и его не поджигают. Ни физического доступа, ни связи по телефону с владельцами бывшего кинотеатра «Одесса» у нас нет. Поэтому судить о нынешнем положении здания мы не можем. Так что идем по следующему адресу, Пастера, 25. А это здание уже 7 лет частично принадлежит владельцу «Интерхима» Анатолию Редеру. Бизнесмен рассказал нам о своей личной истории, связанной с этим домом. Сюда на танцы ходила его бабушка. Здесь же работала и его мама. Восстановить памятник архитектуры он считает своим долгом. Но признается, экономика в стране вносит коррективы в амбициозные планы. Это здание, о котором мы сейчас говорим, оно было в государственных руках и не просто не реконструировалось, а было доведено до полного уничтожения. Это здание будет полностью реконструироваться. Подготовлен проект, соответствующая организация, которая имеет лицензию именно на работу с памятниками архитектуры. Мы хотим максимально восстановить его исходный вид. А когда-то здесь был один из самых влиятельных земельных банков Российской империи – Бессарабско-Таврический. Он был построен в 1870-е годы архитектором Семеном Ландесманом, чьим самым известным творением остается Украинский театр здесь ниже по Пастера. Что же касается дома номер 25, то после революции здесь был партийный клуб, потом он принадлежал Одесскому государственному университету и проектному институту
институту Госпропрома. Но то, каким здание является сейчас, не его аутентичный вид. Во время войны в него попала бомба, разрушив центральную лестницу. Ее-то первым делом и обещают восстановить владельцы. Уже через полгода обещают показать первые плоды реконструкции. Но судьба Пастера 25 скорее исключение из правил. Ведь чаще всего состоятельные собственники памятников архитектуры на восстановление просто жалеют деньги. Как можно воздействовать на собственников памятников архитектуры у нас? Это максимально какие-то копеечные штрафы, порядка где-то, как я смеюсь, где-то 200-300 евро в общем выражении за какие-то нарушения действующего законодательства. Для примера, в той же Германии, допустим, нарушение законодательства, там среднестатический штраф порядка 50 тысяч евро. Штрафы достигают где-то до 1 000 000 евро. В Украине владельцам дешевле заплатить штраф за ненадлежащее содержание памятника архитектуры, нежели его ремонтировать. Вернуть такие здания государству де юре может, но де-факто этот механизм долгосрочен и финансово затратен. Собственники перестают заниматься этими зданиями. И в итоге получается, что и памятник архитектуры разрушается, и оно не приносит никакой пользы. Сюда как минимум можно запустить какие-то благотворительные организации, какие-то культурные, чтобы они следили за этим зданием, какой-то текущий ремонт, какие-то коммунальные платежи. Однако это уже аспект социальной ответственности бизнеса. Термин «меценат» сегодня уже, похоже, не актуален. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И если в этом сюжете речь шла о памятниках архитектуры еще действующих, то давайте сейчас поговорим о наследии, которое мы уже, очевидно, потеряли. В Белгороде-Днестровском на берегу лимана простаивают земли Министерства обороны. И не простые, а с некогда красивейшими казармами. Ранее там располагалась кадровая мотострелковая дивизия, но с 1997 года эти сооружения стали государству не нужны. Впрочем, а часть территории все-таки вспомнили. Так и стал бывший полигон частной собственностью. По крайней мере, согласно данным в кадастре. Почему иногда о золотых землях выгодно просто забывать, знает моя коллега Вероника Годяцкая. Казармы в восточном стиле появились на берегу Днестровского лимана в 20-х годах 19 века. Тогда император Александр I издал указ об усилении обороноспособности государства. Военная часть просуществовала здесь полтора века. К сожалению, в 1997 году было принято решение о ликвидации данной воинской части как структурного подразделения 180-й дивизии, входящей в 14-ю армию. Здесь в данном случае находилась кадровая часть мотострелкового полка. Найти среди местных жителей тех, кто знает, что случилось с Александровскими казармами, оказалось непростой задачей. Странная ситуация, ведь опрос мы проводили среди жителей соседнего дома, ближайшего к бывшей воинской части. Нет, не знаю. Без понятия. История, ну так не очень. Но все же на пути попались местные, которые помнят, как умирала воинская часть. Я знаю, что при независимости их еще лет 10 пытались как-то поддержать, как бы они были на балансе военной, как Минобороны или как. И потом их просто отпустили. То есть охрану не стали держать, перестали платить охране зарплату, и как бы они пошли в упадок. Начали их... скажем так, местные жители растаскивать на запчасти. То есть кирпич разбирать, шифер где-то на дальнейшие стройки. А частный сектор, короче, дрова, балки распиливать и стапливать в печках, в котлах, скажем так. Было построено в 1820 году. И все. А потом ее расформировали, это была воинская часть. Но это еще я вот такой еще был. Когда ее расформировали, это где-то в 90-х годах. После ликвидации воинской части здесь произошел пожар. Активист Игорь Елин считает, что кто-то специально совершил поджог. Охочие до лакомых земель, которые находятся буквально на склоне возле лимана, в центре города практически, недалеко от мэрии, решили, что данные объекты здесь не нужны. Будущие военные, якобы военные не видят здесь своего будущего, и просто путем поджога было уничтожено и фактически здание, и нанесен серьезный ущерб истории города Белгород-Днестровского. Однако узнать истинную причину пожара уже вряд ли удастся. Зато громко могут говорить четкие факты кадастровой карты. Оказалось, что полигон, ранее часть территории казарм, теперь числится как частная собственность, причем предназначенная для строительства жилого комплекса. Полигон уже успели обнести
забором. Правда, справедливо заметить, что после этого никаких работ не началось. Зарегистрирована в геокадастре землеустроительная документация, в соответствии с которых 3,62 гектара земель обороны, бывших земель обороны, фактически сейчас являются, имеют частную форму собственности и целевое назначение для строительства, обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. В распоряжении Министерства обороны находятся действительно золотые земли государственной формы собственности. Возводить здесь жилые комплексы, конечно же, нельзя, а вот строить жилье для семей военнослужащих можно. Но почему-то кому-то выгоднее, чтобы эти земли попросту находились вот в таком замороженном состоянии. Как раз в сюжете прошлой недели мы показывали вам, как вытесняют из квартир семьи военнослужащих на проспекте Гагарина, 19. Люди живут в страхе оказаться на улице. Но здесь, на землях береговой зоны, государство и не планирует строить жилье для военных или восстанавливать казармы. И это в период, когда Минобороны якобы декларируют усиление обороноспособности армии. Земельный кодекс четко дает понять, что территории, на которых находили воинские части, во-первых, они имеют государственную форму собственности, второе, они имеют исключительное назначение земли обороны. На землях обороны, земля обороны может использоваться только в определенном, иметь определенные виды использования. В частности, они могут быть использованы для строительства жилья военнослужащим. Напоминаю, не просто каких-то жилых комплексов, не просто каких-то торгово-развлекательных учреждений. Исключительно для военных нужд и, в частности, для строительства жилья военнослужащим. Насколько мне известно, решение о строительстве здесь жилья для военнослужащих не применялось. Мы пытались получить официальный комментарий от белгород-днестровских властей. К сожалению, сделать это не удалось. Мэр сейчас находится в отпуске. Так что ждем разъяснения ситуации со стороны официальных лиц. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И уже в следующем году мы с вами столкнемся с подорожанием проезда в общественном транспорте. Пока речь идет лишь о городских маршрутках. Тариф, вероятнее всего, вырастет на 2 гривны и составит 7 гривен за одну поездку. Об этом в студии «Репортер» сообщил директор предприятия «Экономинформ» Георгий Хаскин. Эта организация формирует и обосновывает тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы. Уже более года существующий тариф 5 гривен сильно занижен. В последнее время большинство одесских перевозчиков испытывают кадровый голод и проблемы с обслуживанием автобусов. 7 гривен станет тарифом выживания, говорит специалист. Я боюсь, что речь уже пойдет не о 6, как мы говорили. Мы пропустили этот момент. Это было в мае месяце. Сейчас боюсь, что речь пойдет уже о 7 гривнах. Могу совершенно ответственно это заявить, потому что мы постоянно отслеживаем и мониторим эту ситуацию. Ситуация критическая. На сегодняшний день в автотранспортных предприятиях некомплект водителей. Это прежде всего сказывается на их заработной плате. 30% как минимум. Возможно, многие пассажиры уже ощутили на себе это в порядке увеличения интервалов движения. В 2018 году это произойдет? Это я вам гарантирую. Когда именно будем платить за проезд больше, не поясняется. Очевидно, этому процессу будет сопутствовать ряд процедур, в частности, общественное обсуждение и решение исполкома. Но тем временем в Украине продолжает катастрофически не хватать вакцин для прививок от опасных заболеваний. И если они появляются в аптеках, то расхватывают их буквально за день-два. Нехватку медикаментов, в том числе спасительных сывороток, областные чиновники пытаются компенсировать предупредительными мерами. На этой неделе на автопредприятиях Одесской области объявили массовую дезинфекцию автобусов. В период с 15 по 23 число Управление транспорта обладминистрации рекомендовало автопаркам от Саврани до Килии усилить меры по борьбе с вирусами и эпидемиями. Салоны машин моются чаще, чем обычно, а сами предприятия закупают новые реагенты для защиты пассажиров и водителей в самый активный период заболеваний гриппом, корью и гепатитом. Мой коллега Виталий Хемий посмотрел, как все это происходит. Автопредприятия Одесской области вступили в активную фазу борьбы с разного рода эпидемиями. Грипп, корь, туберкулез с 15 по 23 ноября. Неделя санитарной обработки автобусов в усиленном режиме.
Автобус по 38-му маршруту Авидиополь-Одесса. Только в одну сторону машина перевозит не менее 30 человек. Вероятность встретиться с пассажиром-носителем инфекции велика. Чтобы снизить риск ее распространения, на предприятии Авидиополь-Автотранс в период недели чистых автобусов проводят влажную уборку в салоне после каждого рейса. Важно создать здоровую атмосферу не только для пассажиров, но и для водителей. В районах люди этой профессии на вес золота. Основное заболевание, с которым мы боремся, с которым нужно бороться, это туберкулез. Палочки Коха, они выживают даже в течение месяца, могут жить. И хлорсодержащие средства могут его легко уничтожить. Когда мы производим усиленную обработку автобуса, мы заботимся не только о пассажирах, но и о водителях, потому что водитель является в группе риска. И поэтому делаем все, чтобы автобус был безопасен не только для пассажиров, но и для водителя. Да, у нас есть на сегодняшний день, как и у других предприятий, кадровый голод. Это уже Одесса, крупнейшее предприятие юга Украины «Севертранс». Перед отправкой на линию каждый водитель проводит 60 секунд в кабинете медика. Ничего не пили? Старался, да. Сильнее. Пора по нулям. Счастливого пути. Спасибо. Водитель пригородного маршрута, молодая гвардия Черноморская, Алексей Крейсу допущен. Показатели в норме, никакой угрозы пассажирам этот водитель не несет. Хотя, говорят на предприятии, случаи бывают разные. Если медик видит, что человек уставший, что он отработал, да, и он не способен выйти на линию не потому, что даже он работал сверх нормы, это мы контролируем и этого не допускаем. Например, он проводил время ночью, да, и ну, немножко уделил этому больше внимания и не готов выйти на линию. Медик, соответственно, не выпускает его на линию. Перед тем, как отправиться на линию по 240-му маршруту, водитель с 30-летним стажем Павел Гончаров ждет, пока его эталон обработают специальным аэрозолем. Препарат называется «Стерилий». Он не содержит ни спирта, ни хлора. Они позволяют дезинфицировать автобус от ОРВИ, от гриппа, от различных других болезней. Что самое важное, эти средства не содержат спирта, не содержат хлора. Да? Мы заботимся о том, чтобы эти компоненты человеку не вредили. Правда, чтобы максимально обезопасить автобус от распространения инфекций, этого не всегда достаточно. Я, например, стараюсь каждый полурейс по окончанию рейса пройти по салону, проверить, если там крупный мусор, что часто бывает, я всегда собираю и выношу. Естественно, после работы подметаем, но вы видите по салону, я стараюсь смотреть за машиной. И когда сдаю напарнику машину, это уже идет полная мойка, заезжаем к себе на моечный комплекс, моется снаружи, моется в салоне, потом сушим. Еще один фактор здоровой атмосферы в общественном транспорте – некурящий водитель. Далеко не все автопредприятия контролируют свой персонал в этом вопросе. Я в салоне не курю. Дело в том, что периодически выезжают начальники колонны, контролируют. У нас на конечную ноги заезжают, допустим, пассажиры вышли, он сразу закурил. Я не курю, но можно выйти, у нас есть диспетчерская, там выпить кофе. Через некоторое время санитарную акцию повторят. Впрочем, и без указаний сверху автопредприятия понимают зону своей ответственности. К счастью, все перевозчики с пониманием подошли к этой ситуации. Они прекрасно понимают, что они перевозят пассажиров, то есть граждан Украины, граждан Одесской области. И как бы с пониманием подошли, и у нас не было проблем с этим. Все перевозчики правильно отреагировали и соответственно как бы произвели для этого мероприятие. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И к другим новостям. Неделю назад активисты ряда общественных организаций изложили любопытные факты из имущественной декларации зампредседателя Хоссуда Одесской области Светланы Власовой. А накануне активисты подали публичные запросы в канцелярию суда. После этого пресс-служба обратилась в редакцию «Репортера» с тем, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. В интервью журналистам Светлана Власова прокомментировала факты, связанные с обвинениями в долгах за коммунальные услуги. Также она рассказала о происхождении квартиры, в которой проживает, и машины, на которой ездит.
Как рассказала Светлана Власова, частный дом в кооперативе «Белый цветок» с 2009 года строил ее бывший муж, моряк, за собственные деньги. А в 2011 году он зарегистрировал право собственности на этот дом. Спустя 3 года супружеская пара развелась, и именно с этого момента Светлана Власова перестала указывать этот объект недвижимости в своей декларации. В 2016 году ее бывший супруг продал дом, и с тех пор ни он, ни зампред суда к нему отношения не имеют. Долгов за коммунальные услуги, во всяком случае, сейчас за домом не числится. Я, враховуючи ось такий резонанс, я звернулася до самого обслуговуючого кооперативу «Біла квітка», бо, може, якісь непорозуміння вийшли, і вони надали мені відповідь, довідку стосовно того, що з 11-го року власником будинку був Власов Юрій Володимирович. В 16-му році, я вже не зазначаю прізвище особи, яка придбала цей будинок, будь-якої заборгованості в мене, а також у Власова, нема перед кооперативом. Также общественники посчитали, что Власова оказывает давление на членов жилищного кооператива. В справке, которую получила зампредседателя суда, значится, что таких инцидентов не было и нет. Что касается квартиры, указанной в декларации, то приобрели ее еще родители Светланы Власовой в далеком 1993 году, а собственником жилья она стала в 1999. В имущественной декларации указана сумма, которая значится в договоре купли-продажи этой квартиры. Незначительные изменения площади жилья, которые были проведены, внесены в реестр, поэтому являются законными, поясняет зампредседателя хозсуда. Также у общественников возникли вопросы и относительно автомобиля, на котором ездит судья Власова, Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. По ее словам, приобрела машину и зарегистрировала ее на себя мать судьи, а куплено авто было за деньги, оставшиеся от продажи квартиры. У моєї матері також була квартира, вона була власником, ну, мої батьки були власником і приїжджали, вже проживають за віком з моїм сином. Вони продали цю квартиру, залишок коштів в них лишився. І на ці кошти вони придбали цей автомобіль. І враховуючи, що вже літній вік і необхідно, не завжди людина може користуватися цим автомобілем, і я допомагаю їй, іноді її перевожу і користуюсь, їй допомагаю, користуюсь цим автомобілем. Активист Игорь Елин, который первыми отреагировал на обращение ряда организаций, полностью удовлетворен возможностью диалога между властью и простыми людьми. Важно, когда происходит такой диалог между общественностью и властью. Это и есть реальная реформа, когда обе стороны могут слышать друг друга, считает общественник. Возможность пообщаться с Светланой Георгиевной позволила снять ряд вопросов, которые действительно, с моей точки зрения, правомерно были, возникли в свое время и которые были опубликованы. Но благодаря полной исчерпывающей информации и, с моей точки зрения, очень объективно изложенной, я считаю, что фактически судья Светлана Георгиевна Власова практически полностью предоставила всю необходимую информацию, что, собственно говоря, дает основание считать, что на данный момент я не вижу серьезных претензий в части декларирования имущества. И говорим о других проблемах. На недавней сессии облсовета депутаты внесли изменения в программу «Защита и забота». Программа, принятая еще в прошлом году, призвана помочь социально уязвимым слоям населения. Она предусматривает денежную помощь для многодетных семей, ветеранов вооруженных сил Украины, пострадавших в зоне АТО, ликвидаторов аварии в Чернобыле. А вот переброс денег с одних статей на другие вызвал у некоторых депутатов оживленные споры. Но как бы там ни было, до конца года эти изменения нужно воплотить в жизнь. Многое зависит от работы районных управлений социальной политики. Виталий Хемий побывал в одном из самых проблемных соцуправлений области. По сравнению с прошлым годом в Одесской области улучшился уровень социальных выплат. Проблемными районами по этим показателям можно считать Ленинский и Ивановский районы. А наибольший прогресс зафиксирован в Видеопольском. Осенью прошлого года работа районного отделения соцзащиты была заблокирована. Тогда район, который некоторое время возглавлял ставленник Михаила Саакашвили Игорь Литвинюк, провалил выплату пособий по уходу за детьми, тормозилась работа по оформлению субсидий, многодетные мамы готовы были перекрыть трассу Одесса-Белгород-Днестровский. Летом отдел получил нового руководителя.
виден еще очень большой фронт работ, чтобы, можно сказать так, исправлять то, что накопилось за прошлые годы. Прогресс виден хотя бы в том, что те люди, которые обращаются сейчас, ну, упал негатив, нет уже такого негатива, то есть они ведут нормальный диалог, задают нормальные и корректные вопросы, они начинают разговор с того, что кто-то у них что-то украл. За год с момента нашего последнего визита в проблемное управление здесь удалось заполнить вакантные места специалистами. Практически отсутствуют долги по выплатам материальной помощи. Однако кадров для обработки всех заявлений все равно не хватает. Вакантных посад у нас на сегодня немає. У нас навіть не вистачає робочих рук. Працюємо ми навіть не 8 годин на день, а набагато більше. Тому роботи в нас дуже багато. У нас ще не збільшена структура управління, тому навіть при бажанні взяти у нас ще немає куди. Якщо буде така можливість, буде в нас збільшена структура управління, звісно, будемо набирати нові кадри додатково. Еще одна проблема – нехватка средств для помощи жителям района, которые обратились за деньгами на лечение. Районный бюджет предусмотрел сумму в размере 1 000 000 гривен. Это на 300-400 тысяч гривен меньше того, что нужно для покрытия всех расходов. Впрочем, такой расклад наблюдается во многих районах. Комиссия рассматривает, в зависимости от того, какое количество есть и документов, и насколько мы можем материально, так скажем, людям помочь. Рассматриваем на комиссии уже конкретный каждый случай, сколько кому выделить денег. Конечно, по тем документам, когда их читаешь, которые люди обращаются, хочется, чтобы было больше, но тут чем богаты. До середины декабря Видеопольское управление социальной политики работает до часу дня. Когда специалисты проведут полную инвентаризацию личных дел льготников района, тогда работа возобновится в обычном режиме. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И в Украине заговорили о явлении, которое еще 20 лет назад начали бы просто высмеивать. А некоторые психологи вовсе считают его одним из факторов демографического кризиса в стране. На фоне многочисленных сообщений о гибели младенцев от рук самих же матерей мы решили обратить внимание на проблему послеродовой депрессии. Месяц назад общественность осудила одесситку, которая дома задушила своего же новорожденного, а уже в СИЗО она покончила с собой. На днях похожий инцидент произошел в Житомире. Должно ли участвовать государство в психологической поддержке женщин, жизнь которых кардинально меняется после родов? С молодыми мамами, а также со специалистами на эту деликатную тему общалась Анастасия Левкович. Казалось бы, что может быть более счастливым для молодой мамы, чем первый месяц жизни ее ребенка? По крайней мере, так принято считать. Но на деле тысячи женщин сталкиваются с проблемой, которую раньше даже не признавали – послеродовая депрессия. Те, кто сильнее, могут преодолеть ее за недели. Те же, кто менее подготовлен психологически, могут совершить под ее действием непоправимые поступки. Так произошло и с женщиной-переселенкой из Донбасса, которая месяц назад задушила младенца подушкой. Женщина жаловалась на моральное истощение, говорила, что не справляется с новой ролью. После убийства она покончила с собой в следственном изоляторе. Но дважды мама Ольга Симоненко призывает не разбрасываться обвинениями. Я видела, что писали люди по поводу той вот девушки, которая убила своего ребенка. Я понимаю, что ничего пока не изменилось. Толерантности, терпимости и желание помочь маме в это время я не вижу в основном ни у кого. А ведь это очень просто спросить, что чем тебе помочь? Прийти, взять или ребенка погулять, или если мама просит помочь ей по дому, не оставлять ее одну, просто почаще спрашивать, это бы уже помогало. Апатия, равнодушие, а иногда даже ненависть к младенцу, чувство брошенности и ненужности. С этим сталкиваются многие роженицы. Но об этом в нашей стране до сих пор говорить не принято. До родов женщину опекают, но после о ней и ее самочувствии забывают, ведь все внимание переносится уже на ребенка. Мать четверых детей Наталья дважды переживала похожие симптомы. Теперь она начинающая доула, то есть помогает другим женщинам готовиться к материнству или уже проживать его. Если мама чувствует, что она не справляется, она должна понимать, что это нормально.
что ничего страшного, катастрофического не происходит. И если она чувствует, что ей нужна помощь, нужно не бояться и эту помощь искать. А вот в Германии вопросы материнства – один из приоритетов государства. Там осознают демографический кризис. Украинка Ольга уже 9 лет живет в Ганновере. Здесь она встретила мужа и тут же решила рожать. Девушка рассказывает, каждая немка сама выбирает себе акушерку, которая и следит за состоянием женщины. А в случае надобности молодую маму отправляют в так называемый материнско-детский отпуск. Твой лечащий врач, заметив у тебя признаки депрессии, незамедлительно дает тебе направление, и твоя медицинская страховка уже беспокоится о организации твоего отпуска. То есть мамочка и ребенок имеют возможность поехать вместе в отпуск, где за малышом будет организован уход, а мама будет получать спа-процедуры и просто отдыхать в течение месяца. В Германии, где медицинская страховка обязательна, постродовые стрессы минимизированы. В странах бывшего Союза иногда и вовсе не обращают внимание на психологическую составляющую этого периода. Штатные психологи при роддомах часто фигуры формальные. На плохую организацию работы таких учреждений жалуются и многие мамы. Система патронажа, то есть когда медсестра должна прийти, объяснить, она у нас практически не работает. Давайте будем откровенны, медсестры не часто ходят. Если они ходят, это часто какие-то странные советы, типа купайте ребенка в марганцовке или что-то подобное. А вот психологи просят различать гормональные скачки с клинической депрессией. Диагноз может поставить только специалист. Перед родами гормоны зашкаливают, и состояние расслабленное, прекрасное, состояние умиротворения, радости. И после родов происходит резкий скачок, организм не успевает так быстро восстановиться. И по факту мы имеем такое состояние, когда на четвертый, пятый день у женщины текут слезы без причины, когда она не понимает, где та радость, которую все обещали. Один из мифов – это убеждение, что послеродовая депрессия возникает только при появлении первого ребенка. И что это проблема лишь пару десятилетий от роду. Но специалисты уверяют, никто не застрахован. И в такой момент женщине может помочь только поддержка родных и близких. Обратились ко мне за помощью, потому что у женщины это даже не послеродовая, а предродовая депрессия. У нее суицидальная мысль там на 36-й неделе. Мама девушки сказала, что все окей, мы справляемся. Нам как бы помощь не нужна. И ну вот это опять про что? Это про развитие культуры вообще в обществе. И пока медицинскую реформу так долго и со скандалами принимали в парламенте, а каждый ее пункт обсуждали по десятку раз, никто так и не уделил внимания одному из самых важных аспектов медицины. В каких условиях украинки дарят нам будущее? Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И напоследок поговорим о спорте. Уже второй год подряд в стенах спорткомплекса Международного гуманитарного университета проходит всеукраинский чемпионат по джиу-джитсу. Состязание по этому виду японских боевых искусств на 8-й станции Большого фонтана – это путевка в большой спорт для десятков молодых украинских спортсменов. Этот чемпионат дает возможность всем украинцам поучаствовать в настоящем этапе чемпионата мира, побороться со своими зарубежными друзьями, коллегами, проявить себя, победить, получить ценный приз победителям абсолютных категорий и представлять достойно Украину. Победители прошлого чемпионата получили путевки на чемпионат мира, собственно, в Абу-Даби, представляли нашу страну. Несколько наших спортсменов завоевали главные призы, выиграли первые места. Об этом много писали. В этом году участники со всех уголков страны съехались в Одессу, чтобы побороться за возможность продолжить борьбу на чемпионате мира. Ребята в возрасте от 9 лет и старше в несколько этапов сражались за пьедестал почета. Каждое соревнование передает ребенку или там подростку, дает уверенности, силы, больше дает мотивации, хочется больше победить, хочется больше ездить и выигрывать. Абу-Даби, Эмираты, очень красивый город, федерация тоже очень крутая, все точно, все по правилам. Победители соревнования получат сертификат от Арабской федерации джиу-джитсу на участие в любом чемпионате Европы. Это настоящий шанс для спортсменов продолжить спортивную карьеру и вне Украины.
Я в 3 роки, мене тато повів, і я вже не міг відмовитись, бо мені було больно. Мені це сподобалось, бо я думаю, що це найкращий вид спорту. Почуття в мене добрі, думаю, що я виграю. Ми благодарні Міжнародному гуманітарному університету, руководству за предоставлений потрясающий зал на берегу Чорного моря. Большое спасибо, надіємося, що будемо сотрудничать в дальнейшому. У меня на этом пока все. Далее блоки международных и украинских новостей, летнего настроения в этом прохладном ноябре. Увидимся.